Казахстан готов нарастить экспорт товаров в страны, входящие в Организацию тюркских государств. Об этом заявил глава ведомства Айдарбек Сапаров, выступая на третьем заседании министров сельского хозяйства государств-членов организации. Напомним, мероприятие прошло в стране, в Таразе. По словам Айдарбека Сапарова, за последние 3 года объем казахстанского экспорта подсолнечного, софлорского и рапсового масел увеличился более чем в 3 раза. Страна готова поставлять еще больше. Более того, министр заявил о намерении расширить номенклатуру экспортных товаров. Президент подписал указ о мерах по развитию страхового рынка Кыргызской республики. Документ принял в целях развития национального страхового рынка Кыргызстана, повышения доверия потребителей к страховому рынку, создания экономических условий для возмещения ущерба, связанного с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу страхователей, государственным органам, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным предприятиям, хозяйственным обществам, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе и к дочерним хозяйственным обществам. С целью укрепления отрасли и обеспечения ее стабильного развития был принят ряд мер. Мы увеличили уставной капитал государственной страховой организации с 394 миллионов сомов почти до 1 миллиарда. Для начала мы хотим дать полное финансирование госкомпании и решить ее нормативно-правовые препятствия. Одним словом, мы создадим все необходимые условия для ее деятельности и только потом будем требовать результативную работу. У организации имеется ряд проблем. Это привести в соответствие законы, цифровизировать отрасль, открыть филиалы госкомпании в регионах и не только. Сейчас мы стремимся не только повысить уровень доверия народа государству, но и принести пользу госказне. Дорожную развязку открыли на самом сложном юго-восточном участке МКАДа. Она находится на пересечении кольцевой дороги и улицы Верхние Поля. Движение запустил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул главное преимущество проекта – это пропускную способность, которая вырастет примерно в 1,5 раза. Это решит проблему, что десятилетиями мешало жителям сразу нескольких районов мегаполиса и области. В текущем году построят еще 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Закончили очень крупный объект, развязку Верхних Полей и МКАДа. Все основные сооружения искусственные, их 8 штук, это эстакады, путепроводы построены. И это, конечно, значительно улучшит движение на юго-востоке МКАДа, на одном из самых загруженных участков. Ну и население близлежащих районов Подмосковья и Москвы, это более 600 тысяч человек тоже почувствуют улучшение транспортного движения на этом участке. Раньше это был процветающий бизнес, но продолжительный спад продажи газет заставил многие киоски закрыться. По оценкам отраслевой организации, за последние 20 лет закрылось 2/3 новостных киосков Италии. Осталось лишь около 12 тысяч. Основная причина – это падение продаж газет, которые составили основную часть доходов киосков. В 2004 году в киосках ежедневно продавалось более 9,5 миллионов газет. К январю 2024 года этот показатель упал до 950 тысяч. Автоматы и туризм помогают некоторым киоскам оставаться на плаву. Правительство также оказывает поддержку в виде льгот. Но многие владельцы говорят, что этого недостаточно, чтобы их спасти. Печатные СМИ и издательское дело почти вымерли. Доходы такие же, как и 30 лет назад, но цены выросли в 4 раза. Все стоит дороже, а ты по-прежнему зарабатываешь столько же. Европейский центральный банк может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. Об этом сообщила председатель регулятора Кристин Лагард. По ее словам, последние данные по росту заработной платы указывают на замедление к концу 2023 года. Напомним, ранее сообщалось, что годовая инфляция в еврозоне снизилась до почти 2,5%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Латвии, Дании и Италии. Цены на продукты питания, алкоголь и табак. Табачную продукцию выросли почти на 4%.